книжки надо сложить на столике. Снимем книжки. Все организовать. И выточить тебе руки. Yeah.
Yeah.
Еще и Несим Чудуши, кто помнит. И естественно, праздновать День Победы Господа Симхадева. Потому что вайшнавы не могут не связать все с Верховной Личностью Бога. Все, что с чем они встречаются в жизни. Хотя встречать, связать с Кришной в любой его форме. И вот поэтому в прошлом году лекция была, которую вот здесь я читал, о победе Господа Симхадева, о славе Прохлады Махараджа. И сегодня, когда я думал, что мой последний день в Екатеринбурге, сегодня вечером уезжаю дальше, и хотел сделать какой-то выходной день, хотел сделать программу для большего количества преданных, какую-то программу для всех желающих. Я думал, как ее возглавить. Подумал, что можно найти победа Господа Читания Махапрабху. Никак не умаляет эту самую победу, которую празднуют жители этой страны, но чтобы нам как связать это с Богом, мы поговорим о победе Господа Гуранги сегодня, которая происходит во всем мире, которая предстоит нам еще увидеть, которая уже произошла в свое время. Вот, поэтому это будет тема нашей сегодняшней лекции. Мы рассказываем о лилах Господа Чайтании, о смысле его движения, о важных вехах этого движения, о том, что еще предстоит в ближайшие годы. Всего вам это интересно? Да. Очень. Я думаю, это лучший способ провести выходной день в обществе преданных, слушая о лилах Господа и его замечательном движении. Я думаю, та победа, которая тут произошла 70 с лишним лет назад, она исторически для того и произошла, чтобы впоследствии движение Господа Читания могло прийти на эту землю и распространяться свободно. Вот, также в конце у нас запланирована сегодня церемония Шикши. Те, кто из Бхактивикши, знают, что это такое. А кто сегодня собирается принимать обед Шикши? Поднимите руку, пожалуйста. Раз, два, три. Или как еще, может быть, соберется. Я в конце расскажу немножко о смысле этой церемонии. И у кого дипломы из вас есть? Есть. Подписать нужно будет. То есть для тех, кто собирается принимать советы, вы соберите их имена, пожалуйста, и подпишите уровни, подпишите диплом, в конце будем вручать в торжественной обстановке. И еще, чтобы вы сюда не заявили, что точно пришли, я сегодня всех помажу маслом Господа Симхадева из моего кожи, чтобы победа ваша стала несомненной и определенный. Такой наш план, и потом, как всегда, будет пир. И я также в конце могу пообщаться с какими-то преданными, индивидуальными, если кто захочет, буду еще какое-то время после лекции.
Ом агьяна тимирандасья, гьянанджана шалакая, чакшурун милитаньяна, тасмай шри гураве намаха. Шри чайтанья манобиштам, стапитам ена бутре, свайам рупа кадамаям, дадати свападантикам. Ванде ам шри гуру, шри юта паракамалам, шри гуру нвайшнавам счас. Шри Рупам Саграджатам Сахаганар Гнатхан Витам Там Саджилам Садвайтам Савадхутам Париджанасхитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахаганалита Шри Вишакхан Витам Сча Эй Кришна Каруна Синху Динаванху Джагатпате Гопеша, Гопика Канта, Рада Канта, Намостуте, Тапта Канчана Горанги, Раде Вриндаванешвари, Вришабхану Суте Деви, Пранамами Хариприе, Ванча Калпата Рубяща, Крипа Симдубья Эвача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила Прабхупада ки. Намо Вишну Падая, Кришна Приштая, Бутале, Шримата Бхакти Виданта Свами Нитинамне, Намасте Сарасвати Дева Гауравани Прачарине, Итак, День Победы Господа Чайтанья Махапрабху. Наша сегодняшняя тема. Что это за победа? Что это за битва? А в чем ее смысл? В наше время люди часто говорят о наступлении новой эпохи, наступлении Золотого века, New Age, квантовый переход. На разных сайтах называется по-разному. Но само ощущение, что что-то должно измениться на Земле, оно присутствует достаточно широко. Но люди таких более тонких, более чувствующих, обладающих эстетическими способностями, это ощущение постоянно есть. И многие великие и святые пророки, предсказатели говорили об этом. Ванга, Эдгар Кейси, Рейхи. Все говорили о том, что наступает новая эпоха, духовная эпоха. Но мы с вами в этом движении знаем, с чем это связано, то есть кто стоит за этим. То, что не знают, может быть, эти люди эстетического плана, которые об этом говорят. Мы понимаем, что все эти события, все эти перемены, которые происходят и будут происходить на Земле, связаны с одной личностью. И эту личность зовут как? Чайтанья Махапрабху. Да. Это все благодаря ему. Для ему вообще происходят невозможные, необычные, странные вещи. Кали-юга в разгаре, по ведической хронологии сейчас. Эпоха называется «Железный век». Век духовной деградации, войн, ссор, лицемерия, разногласий, конфликтов. Век прогресса, глубоко тяжелой индустрии, и при этом забвения духовных ценностей. Это можно видеть своими глазами, и так сложно видеть, что все это действительно так. Но откуда и почему посреди этой эпохи вдруг по всему миру появляются вайшнавы? Почему по всему миру, в каждом городе, и уже почти что в каждой деревне, звучат святые имена, поются киртаны, строятся новые храмы, открываются центры. В конце концов, даже это интерес к физической культуре, вся эта аюрведа, астрология, психология. Откуда это? Никто не знал здесь об этом еще несколько лет назад. Это все он, это Господь Чайтанья Махапрабху. Это его план, это его лила, это его спектакль. Вселенский спектакль, который он устраивает
ради нашего блага и ради своего удовольствия. Кто же такой Господь Чайтанья Махапрабху? Очень необычная личность. Он аватара, можно сказать, или форма явления Бога в этом мире. Веда открывает нам, что Господь приходит в этот мир периодически, регулярностью определенной. Воплощение Бога в этом мире – это не дешевая вещь, не так, что любой могущественный йог может стать Богом. Господь приходит сюда, если формы Его предсказаны в Писаниях, они обладают удивительным могуществом, каждый из них имеет свою миссию. Каждый раз, приходя в этот мир, Господь исполняет несколько миссий. Что Он делает? Защищает преданных, уничтожает демонов и восстанавливает принципы религии. Вот говорит Бхагавад-гита. Господь Чайтанья сделал все то же самое, но сделал совершенно особенным, непредсказуемым образом, невероятным образом. Такого, как Он, никто никогда не делал. Когда Шрила Рупа Госвами, великий вайшнавский святой, писатель, которого считают основателем нашей ветви Сампрадая, в первый раз встретил Господа Чайтанью Махапрабху, он склонился перед ним, вознося такую молитву. Намо Махавданьяя, Кришна Према Прадаяте, Кришная, Кришна Чайтанья, Наминай Город Вишена Маха. Махавданьяя он его назвал, самый милостивый. Кришна Према Прадаяте, раздающий все Кришна Прему. Вот это мы должны понять. Для нас это самое важное, потому что мы-то все здесь только благодаря Ему, благодаря Господу Чайтанье. И наша духовная жизнь, наш духовный прогресс, наше служение, вообще то, чем мы занимаемся в этом мире, связано прямую с Ним, с Его желанием. Поэтому нам так важно говорить о Господе Чайтанье, пытаться лучше Его понять и вспоминать Его лилы, Его качества, Его природу. Именно тогда и только тогда наша духовная жизнь будет успешной. Раз другого пути к духовному успеху нет. Поэтому так важно говорить о Шри Курану Махапрабху. Так в чем Его особая природа? В том, что он не просто уничтожает демонов, он их даже, собственно, не уничтожает, он, мы знаем, он уничтожает демонические тенденции в сердцах людей. Физически он ни одного демона не уничтожил во время своего пребывания. И не только защищает преданных, преданные, в конце концов, так защищены в этом мире. И не просто даже восстанавливает принципы религии или дает югу-дхарму Ринама Санкиртану. Ринама Санкиртану дается каждую кальюгу, на самом деле. Но далеко не всегда приходит Господь Чайтанья. Как часто приходит Господь Чайтанья Махапрабху? Один раз в день Брахмы. День Брахмы 4 320 000 000 лет, говорится в Ведах. Столько же длится ночь Брахмы. Один раз в сутки Брахмы, это 8 640 000 000 лет, что не является космический промежуток времени, один раз всего лишь за эти миллиарды лет приходит Господь Чайтанья Махапрабху. До сих пор нам повезло. Это надо еще пытаться осознать, мы до конца этого не понимаем, как мы ударим. Он был только что здесь, 500 лет назад, тут еще его помнят, то есть можно приехать в Бенгалию, увидеть, вот тут он жил, тут он ходил, тут он играл с друзьями, тут он принял саньясу, тут он жил после принятия, тут он путешествовал. Еще земля Индии, во многих местах помнят его шаги. Он только что был здесь, и его чистые последователи еще здесь, их много в этом мире. Великая удача, мы же поймем, почему. То есть чем он уникален? Что он делал, чего не делал, никакая другая аватара. Почему он Махавданьяя аватара? Раздавал прямо. Да, потому что то, что он раздавал, никто другой никогда не раздавал. Он не просто давал путь лиги, не просто освобождение, возможность достижения Вайкунхи. Он давал Кришну прему. Любовь обитателя Вриндавана. Чтобы понять хотя бы физически, что это такое, значит, что Вриндаван это высший уровень духовного мира. Высшая планета, или, ну, нам легче понять, как высший уровень, высшая реальность духовного мира, высшая обитель. То есть это высший уровень любви, который вообще существует где-либо, в материальных и в духовных мирах. Вот что такое любовь обитателя Вриндавана. Наиболее интенсивная, наиболее экстатичная, наиболее сладкая, наиболее личностная, потому что она, это любовь к Кришне, и она происходит в расах, в личностных расах, да, то есть святого возлюбленного, родителей, друзей. Никакие другие формы Бога этого не могли дать. Почему? Уж Господь Чайтанья сам Кришна. Только Кришна может дать эти уровни любви к себе. Кришна в облике Чайтанья Махапрабху. Почему Господь Чайтанья это раздает? Вследствие чего? Он кто? Он Кришна, он же не просто Кришна. Да, Кришна плюс Радха. Вот это совершенно уникальная аватара или уникальная форма Бога,
когда Господь и его вечный супруг исходят вместе в одном облике. Понимаете? Они вечно отдельно, при этом они еще и вечно вместе. Нельзя сказать, кто был раньше, Радха Кришна или Господь Чайтанья. Эти серии, кто был раньше, курица или яйцо. Да? То есть они вечно существуют. Вечно существует Радха Кришна по отдельности, и вечно существует Господь Чайтанья, как их совместное воплощение. Можно сказать, что Радха Кришна, соединяясь, превращается в Господа Чайтанью. А можно сказать, что Господь Чайтанья, разделяясь, превращается в Радху Кришну. И то, и другое будет верно. И то, и другое происходит вечно. Вот эта уникальная особенность личности Господа Чайтанья порождает особенности его природы, его характера и это движение, в котором нам с вами посчастливилось принять участие. Что означает, что он Кришна плюс Радха? Как это понять? Два тела в одном, как они упаковались там. Нам легче понять это так, сказав, что это Кришна, принявший на себя настроение, эмоции и даже цвет тела Шримати Радхарани. Так проще понять. А когда Рамананда Рая, встретившись с Господом Чайтаньей во время его путешествия по Южной Индии, на берегах реки Годавари, мы как-то были в этом месте с Сафари Шиваджапати Махараджа, посещали этот городок, и там есть храм на реке Годавари, на том самом месте, где Господь Чайтанья беседовал с Шрилой Рамананда Раем 500 лет назад. Там их изображение, мурти. Вот. И в конце этой беседы, читаем Чайтамриту, рассказывает, Рамананда Рая упал в обморок. Господь Чайтанья ему показал свою форму вечную, и он упал в обморок. И вот здесь очень интересное объяснение Шрилы Гаурагавинды Махараджи, об этом говорил. Что увидел Рамананда Рая, из-за чего он упал в обморок? Да, он увидел Радху Кришну в облике Господа Чайтанья. Но он говорил, что не это его больше всего поразило, он уже понимал, что Господь Чайтанья это Радха Кришна до этого. Что же он увидел? Его внутреннему взору открылась удивительная картина. Увидел, что Кришна тайком проникает в сердце Шримати Радхарани и похищает из этого сердца ее прему, ее любовь. Помещает ее куда? В свое собственное сердце. И тот цвет его тела меняется, его переполняют ее эмоции, ее сияние, и он становится золотистым. Все видел, как Кришна обокрал Шримати Радхарани. Вот это его так поразило, что он упал в обморок. Он же приятный Шримати Радхарани, был Рамананда Рая, он же Вишакха, ее вечная подруга. Мы знаем, что Кришна любит так иногда человека своровать. Хари. Хари тот, кто уносит. Он носит самые разные вещи. У преданных он похищает их материальные привязанности, их материальные страдания. У гопи он крадет масло. У юных послушек крадет их одежды на берегу Ямуны. Все им что-то крадет. Ну, говоря философски, Кришна не может украсть, потому что так все ему принадлежит. И одежда пастушек, и масло, и наши сердца. Это его вечная собственность. Поэтому просто лила, конечно же. Да? Но, тем не менее, лила такова. Он крадет, зачем? Чтобы насладиться. Потому что он наслаждающийся. Когда он крадет что-то, это на самом деле просто реализация его природы наслаждающегося. И преданные очень рады, когда у них что-то... Если, знаете, вы говорите, у вас Кришна что украдет, что вы почувствуете? Кришна такого придет и скажет, моя дорогая преданная, дай мне, пожалуйста, горшочек с маслом. Что вы почувствуете? Масло будет жалко? Ничего не будет жалко. Вы захотите все отжать, что у вас есть. Вот это Кришна. Он такой привлекательный, он такой красивый, он такой любящий, он такой сладкий. Вот так преданные это реагируют. Они, конечно, хотят ему все отдать. Для него это возможно ответить на любовь преданных. Вот для чего он крадет. Но почему он украл прему Шримати Радхарани? Уже своей премы было мало. Оказывается, мало. Говорит, что Кришна в какой-то момент начинает замечать одну удивительную вещь, которая его до глубины души поражает. Он начинает замечать, что Шримати Радхарани, которая, в принципе, создана ради его наслаждения, и которая живет только ради того, чтобы доставлять ему счастье, что она наслаждается больше, чем он сам. А так устроено в этом мире. Когда мы доставляем Кришне наслаждение, мы сами чувствуем наслаждение даже еще больше. Именно поэтому преданные, настоящие преданные такие счастливые. Хотя они живут только ради Кришны, у них нет таких других целей. Это секрет сознания Кришны, с которым каждому из нас еще предстоит познакомиться полностью в своей жизни. Но
Кришна снизит. Радхарай наслаждается больше, чем надо. Это непорядок. Я же наслаждающийся. Все в этой вселенной, во всех вселенных существует только ради моего наслаждения. Знаете, для Кришны быть наслаждающимся – это не грех. Для нас желать наслаждаться все больше и больше – не очень хорошо. А для Кришны – это его природа, так устроено все. И когда он наслаждается, все наслаждаются. Он думает, а почему он наслаждается больше, чем я? Надо понять, чем она наслаждается. Поэтому он хочет это понять. Поэтому он и привлекает к ней в сердце и похищает у нее ее прему. Чтобы насладиться чем? Насладиться ее любовью, своей красотой, которой она наслаждается, красотой Кришны, и любовью Кришны к Радхе. Вот этим все наслаждается Кришна, похитив из ее сердца ее любовь. Но что происходит дальше? Очень интересный феномен. Эта любовь в этом сердце не помещается. Любовь Шримати Радхарани настолько бесконечна, безгранична. Причем она все время бурлит, она кипит, она как молоко, которое кипит в кастрюле, она перебегает через край. Так и любовь Шримати Радхарани настолько сильна, что она не помещается ни в каких рамках. Спасибо большое. Она не помещается в сердце Кришны, в сердце Господа Чайтаньи. И что происходит с этой любовью? Человек выкипает, начинает во всех стороны разлетаться, разбрызгиваться, разлетаться повсюду. И что начинается вследствие этого? Женится Киртаной. Все мы с вами сидим здесь, в этот выходной день, не на даче жарим шашлыки, не у телевизора, не у компьютера, не на футболе, не на хоккее сидим, а здесь. Почему? До нашего сердца долетели малюсенькие брызги из сердца Господа Чайтаньи Махапрабху. Малюсенькие, как и пеливушечки какие-то, совсем, может быть, атомы этой премы. Но они попали в наше сердце, иначе мы бы не сидели здесь, не приехали лично сегодня. И эти брызги, они летают по всей вселенной, по всему миру. Поэтому сегодня люди поют Хари Кришны и в Японии, и в Китае, и в Южной и в Северной Америке, и в Европе, и в России, и на Украине, и повсюду. Забывая любые различия, любые конфликты, любую вражду, чувство просто вот такого там, любовь. Это вот она, эта любовь. Мать Радхарани, сердце Господа Чайтаньи, форма движения Санкиртаны распространяется по всему миру. В какой форме? Куда Господь Чайтанья вложил эту любовь? Куда он ее запаковал, зазиповал, чтобы раздавать ее всем людям? Во что? Да, в звуке Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Поэтому суть этого движения – это чтение святого имени. Потому что святое имя – необычайная ценность. Мы же с вами не понимаем, но Харе Кришна, Харе Кришна, повторяем что-то там, ничего особо не чувствуем, может быть, иногда. Но мы не чувствуем ни выше святого имени, потому что мы несовершенны. У нас просто нет квалификации повторить. Но святое имя, не просто святое имя, святых имен много. Но Харе Кришна мантра, она наполнена вот этой самой премой. Эта према туда вложена, запакована, зипована, закрыта на замочке. Мы ее получаем от духовного учителя, от вайшнавов. И если будем повторять ее много лет, внимательно, тщательно, при этом делая какое-то служение для Господа Чайтаньи, она потихонечку начнет раздиповываться, раскрываться. Начнем чувствовать ее все больше и больше. Вот такой процесс, в котором всем нам предложено участвовать. Этот процесс уникальный, бесконечно милостивый. Может, еще раз, это любовь, бока можно взять просто слова, но по факту, об этом говорят святые вайшнавы, учителя, ачарьи, это любовь несравненная ценность. Она в миллионы раз привела свою ценность освобождения, даже ценность любви обитателя Вайкунти. Если это что-то бесконечно сладкое, бесконечно ценное, исполненное бесконечным блаженством. И не просто слова, мы видим людей, которые обладают ей, мы видим великих духовных учителей, святых вайшнавов, у которых явно это есть, потому что встречали ведь святых вайшнавов, да? Какое-то необычайное очарование от них исходит, какая-то сладость, необычайное блаженство, когда они приезжают там, видимо, какой хороший человек, да? Не понимаю, что в нем, но что-то очень хорошее в нем есть, какая-то сладость, какая-то доброта необычайная, милость. Это вот все оно. И поэтому это Господь Чайтанья. Его природа необычайна, поэтому он Махава Данья, самой милости и воплощения. И поэтому мы можем ему помогать в том, чтобы раздавать это святое имя. Об этом мы поговорим сегодня в конце, а сейчас, может быть, немножко о лилах, поскольку я начал рассказать о лилах Господа Чайтаньи Махапрабху. То есть, смотрите, в жизни Господа Чайтаньи много происходило событий, его лилы, мы знаем, безграничны, как всегда, как Господь является на земле, как в Евангелии говорится, если писать бы о всех
деяния, которые совершил Иисус, всех книг мира бы не хватило, да? Также заканчивали читание Чаритамриты, читание Бхагавата, что сказать, во всем, что делал Господь, читание, не хватило никаких книг. Но, тем не менее, когда мы читаем его деяниях, его лилах, мы видим, что одна тема, один мотив повторяется все время, снова и снова. Какой это мотив? Мотив сострадания. Вот это вот и есть, это природа Шримати Радхарани, проявленная в его личности. Потому что Радхарани, она кто? Она женщина, она мать. А женское начало, материнское начало, природа своей более милосердная. Отец может быть строг, может наказывать, справедливость поддерживает. Бог, он такой вот. Строгий, справедливый, он говорит, этого туда, этого сюда, этого в рай, этого в ад. Все, все по закону, все справедливо. А женское сердце, оно другое, оно милостиво ко всем. И особенно к несчастным, к падшим. Ну, как мать, да, она любит всех своих детей. И умных, и глупых, и удачливых, и неудачливых. И любит одинаково, она, может быть, даже больше любит несчастных своих детей. Вот это очень мать Радхарани. Вот эта ее любовь, она проявлена в Господе Чайтанье. Поэтому его милость идет прежде всего к кому? К самым падшим. Поэтому что мы должны делать? Понять, что это мы самые падшие. Если мы серьезно посчитаем себя самыми падшими, тогда мы эту любовь сможем получить вне очереди. Известная молитва Господь Чайтанье. Ты пришел, чтобы спасти самых падших. Но нет никого более падшего, чем я. Поэтому, пожалуйста, спаси меня первым. Молитва известного вайшнава. Можем так молиться. И не то, что мы хотим растолкать других, это просто очень сильное желание милость получить. У нас должно быть такое желание. Так вот, это жизнь Господа Чайтанье, если рассматривать ее отдельные этапы, эпизоды, мы всегда все будем видеть вот именно это. Это беспричинная милость, которая даже сама собою во все стороны разлеталась из его сердца. Как явился Господь Чайтанье Махапрабху в этом мире? Знаете эту историю? Это был день, который сейчас зовется днем Гуру Пурнима, месяц Пхалгуна, февраль-март 1496 года по христианскому летоисчислению. И 486 года. И когда он явился из чрева матери Шачи, из какого-то луна появляется из чрева океана, так он взошел. Он не был рожден, он взошел, как луна из ее чрева. Когда он явился, это был день лунного затмения. Чайтанья Чаритамрита объясняет, что когда луна Гора Чандры, луна прекрасного, луноликого Господа Чайтанья, взошла над Навадвипой, обычно луна устыдилась и спряталась за планетой Раху. И стало стыдно, что такая несовершенная. И так это был день лунного затмения. И традиция такова, что в день затмений лунных и солнечных, вот этой ведической культуры, они заходят в священные реки и повторяют святые имена. Начинается очень неблагоприятное время, неблагоприятное излучение идут, когда Раху закрывает какое-то светило. И чтобы этому противостоять, нужно находиться в священных водах, повторять святые имена. Поэтому в тот день, в тот вечер, все индусы, жители Навадвипы, даже те, кто не были вайшнавами, а вайшнавов в то время было не так уж много, в основном были шиваиты, последователи Кали, материалистические формы религии были распространены, но они следовали ведической традиции, ведической культуре. Они зашли все в воды Ганги и начали повторять святые имена. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Все индусские занимались в тот вечер. А мусульмане, которых тоже было много в Навадвипе в то время, удивленные высыпали на берега Ганги, видят необычайную картину, и начали смеять и передразнивать индусов. Поэтому все мусульмане в этот день тоже повторяли «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Таким образом, в тот вечер все жители Навадвипы, и индусы, и мусульмане объединились в едином киртане. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И так явился Господь Чайтанья Махапрабху. Это стало таким знаком этого будущего движения Санкиртаны, которое должно было объединить под своим флагом всех людей этого мира в воспевании святых имен Бога. И так Господь Чайтанья явился под звуки Санкиртаны. И затем, первый месяц его жизни, он
был еще маленьким ребенком, его назвали Немай Пандит, поскольку он родился. Немай, поскольку он родился под деревом Ним. Его дедушка Нила Барович Хривац дал имя Бишвамбара, то есть кто-то поддерживает всю Вселенную, слово имя. И соседки приходили к матери шать, чтобы понянчить этого прекрасного младенца, он был необычайно красив. Но он часто плакал. Единственный способ сделать так, чтобы он прекратил плакать, заключался в том, чтобы начать петь «Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И что делать? Женщина начинала петь. А если не переставали петь, то снова начала плакать. А пока не пели, он улыбался. Поэтому, чтобы ребенок не плакал, в доме матери Шачи круглые сутки кто-то пел «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Но если рассказать немножко дальше, Тарья Спочитания проповедовал, даже еще одного слова не произнеся. И так его жизни было много, что он проповедовал, даже не произнеся ни слова. Люди просто видя его, начинали петь святые имена. Такого было могущества, мы об этом сегодня еще услышали однократно. Одна история из его детства, которая также показывает его необычайную милость, необычайное могущество, это история про щенка. Возможно, вы слышали, сейчас стоит вспомнить. Маленький Немай, который играл с своими друзьями на берегу Ганги, однажды принес домой бездомного щенка. Очень красивого щеночка, он очень привязался к нему. Они с друзьями стали играть с ним, но мать Шачи, увидев щенка, была очень недовольна. Говорила, как Немай принес домой собаку? В романической культуре собаки никогда не жили дома, это считалось очень нечистой привычкой. Собаки могли не забегать на улице, но... дома не должны были находиться. А Немай говорил, нет, он будет жить со мной, такой хорошенький мой щеночек, я его так люблю. Мама, ты ничего не понимаешь. И мать Шачи, которая была правильной женой брамана, она не могла с этим смириться, она придумала план, сказала, Немай, хорошо, ты иди пока на Гангу, прими омовение, возвращайся к просаду, за щеночком твоим присмотрю. Немай так и сделал, пошел на Гангу с друзьями, принял омовение, а когда вернулся домой, щенка нигде не было. Пока он отсутствовал, мать Шачи взяла щеночка, отнесла его куда-то там, в город подальше. На рыночную площадь. Думаю, что он забудет, то ребенок подумает, поигрался и забудет. Внимание забыл. Он очень раз говорил, мама, ты меня обманул, где же мой щеночек? Мне такого не хватает. Не стал обедать и побежал по городу искать этого щенка со своими друзьями. И вот, обежав весь город, он в конце концов оказался на этой самой рыночной площади. Увидел необычайную картину, там стала огромная толпа. И наблюдался чем-то удивительным. А в центре этой толпы был маленький щенок, который танцевал. Танцевал в экстазе, воздел свои лапы к небесам, громко пел «Радхе, Радхе, Говинда, Радхе, Радхе, Говинда, Радхе, Говинда, Радхе, 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 Радхе, Говинда. И его танец становился все более экстатичным. В конце концов, он упал на землю без чувств. И тут все увидели, как душа щенка, золотистые сияние, вышло из его тела, и тут с небес спустился корабль прямо с Вайкунтхи. И вишнудуты взяли эту душу щенка, погрузили этот корабль и унесли прямо в духовный мир. Так описывает Чайтанья Махапрабху эту историю. И этот щенок получил особую милость от Господа Чайтанья Махапрабху. Господь Чайтанья его погладил, поигрался с ним, он ничего не рассказывал, он просто погладил на сердце этого щенка, то есть он прямо, он
получил духовное тело. Это самые ранние игры Господа считали, когда он еще, собственно, ничего еще не знал, ничего не проповедовал, никакой философии вроде бы не владел, но уже эта любовь, она из его сердца производила такие удивительные результаты. Затем, когда он подрос немножко, начался новый период в игре, когда он был здесь, как Немай Пандит. Может, вы знаете об этом. Это подростковый период. Он в то время стал величайшим брахманом ученым. И его основным развлечением было то, что он вызывал на диспут всех брахманов Навадвипы и побеждал их. Навадвипа в то время была центром учености для всей Индии, что-то типа такого Оксфорда или Кембриджа. Со всей Индии образованные семьи посылают там своих детей, чтобы они получили хорошее образование в этих университетах Навадвипских. Известное место. И Господь читает, пришел проповедовать именно туда. И для того, чтобы проповедовать, он должен был вызывать определенную славу. У него должна была репутация появиться в этих местах. И поскольку там больше всего ценилось образование и способность спорить, побеждать в этих дискутах, он пошел по этому пути. Удержать действия не как преданный, потому что преданный не любит спорить, мы знаем. Преданные эти философские, логические дискуты считают пустой тратой времени. Преданный начинает рассказывать о Кришне, петь святые имена, как-то дает невозвестно, с чем спорить, когда все и так понятно. Да? Но брахманы не любят поспорить. Это их природа такая. Они, возможно, самоутвердиться, славу завоевать, деньги, почет, признание. И вот в этой среде этих брахманов Господь читает, соответственно, как Немай Пандит, величайший спорщик. Он встречал любого брахмана и бросал ему вызов. Просил сформулировать какое-нибудь философское утверждение. Затем бросал ему вызов и опровергал его путем логических доводов и ссылок на шастры. И когда брахман признавал свое поражение, Господь читает, затем доказывал прямо противоположное утверждение. Тоже на основе шастр и логических доводов. И когда брахман опять признавал свое поражение, Господь читает снова доказывал, но опять прямо противоположное утверждение. Его интеллект был настолько гениальный, что мог говорить все, что угодно. Потому что это, он хотел этим показать, что логика на самом деле не является инструментом постижения истины. Это просто инструмент, который можно брать туда или сюда. Умелым, как бы умом, можно все, что угодно доказать. А что является истинным критерием истины? Авторитетное знание шабдана. Сердце чистого вайшнава. Это, то есть мы можем говорить, что истина, глядя на пример святых. Это все шабдана. Просто чтобы понять шабдан, нужно следовать за святыми, те, кто живут на основе этой шабды, те, кто реализовали это знание. Иначе будет просто. Мы сколько часто будем преданно спорить, да? Один одно что-то доказывает, другое другое. Это можно спорить часами, днями, годами, неделями. Это бесполезно. Лучше заниматься служением, оно само собой открывается все, что нужно. Вайшнавы в то время господчане избегали. Потому что вайшнавы не любят тратить на это время. Но при этом они его любили. Потому что какой красивый мальчик. Какой талантливый, золотой, немай. Они чувствуют какую-то особую любовь к нему, необъяснимую. И думали, ах, если бы он еще стал преданным, как было бы. Знаете, мы сейчас смотрим, ах, если бы он стал преданным. Какой хороший человек, талантливый, красивый. Вот если бы он стал преданным, было бы здорово. Часто мы так думаем, да? Вот так же и Вайшнава думали, ах, если бы Немай стал преданным, как было бы здорово. И молились за него. Но внешне его избегали. Когда Немай шел куда-то, они обычно приходили в другую сторону улицы и сталкиваться с ним. А Немай, иногда видя это, обижался, кричал, говорит, «Эй, Мукунда! Эй, Гададхара! Почему вы убегаете от меня? Вы что, думаете, что я не преданный, да? Ничего, ничего! Я сейчас стану таким преданным, что Господь Брахма и Господь Шива будут стоять у моих дверей!» Слышать оскорбление, вайшнавы с колючками, вишни, убегали в испуге. Потом что-то так и случилось, как он говорил. И вот пришло время, когда Господь Читания полностью преобразился. И очень интересно, какую лилу для этого он устроил. Потому что, в принципе, понятно, он и так с детства величайший из преданных, с рождения. Но почему он не показывал это, мы сказали, с самого начала. И что он использовал, чтобы это изменить? Кто знает? Что стало переломным моментом в его судьбе? Встреча с духовным учителем. Он показал пример для всех нас. То есть, что на самом деле может поменять наше сердце? Чистый вайшнав. Общение с чистым вайшнавом. И когда он встретил Шрилу Ишвару Пури, который был любимым, смиренным учеником Шрилы Матхавендры Пури, он внешне полностью переменился. Оставил свою гордость, все свои споры, начал просто ему смиренно служить.
Он начал редактировать его книги, стирать ему одежду, как-то ухаживать за ним, помогать ему во всем. И через год он получил у него посвящение. Отсюда в Гае, куда Господь Чайтанья отправился совершить обряды по своему ушедшему отцу. Там он встретился с ним и попросил у него мантру, попросил у него дикшу. Шарапури дал ему мантру. И начав его повторять, Господь Чайтанья сказал: «Учитель, что за мантру ты мне дал? Как только я начинаю повторять, со мной происходит что-то необычайное. Слезы начинают течь из моих глаз. Я начинаю танцевать как безумный и петь. Я как будто схожу с ума. Это что, так и должно быть?» Гуру Махарадж сказал ему: «Так эта мантра и должна работать?» На что Айшварапури сказал: «Мое дитя мое, это очень удачливо. Ты обрел величайший плод этой мантры. Ты обрел прему. Теперь, пожалуйста, иди и раздавай эту мантру всем людям этого мира». Это был наказ его духовного учителя. Поэтому в наше время, когда мы получаем с вами духовное посвящение, мы, как правило, получаем от гуру примерно такой же наказ. Принять Хари Кришна мантру и проповедовать ее всеми способами, которые нам доступны в этом движении. И, получив эту мантру, получив инициацию, Господь Чайтанья сразу же захотел бежать во Вриндаван к Кришне. Оставить все, просто бежать во Вриндаван. Он так и побежал туда. Но тут с небес раздался голос: «Внимай, тебе еще рано идти во Вриндаван. Ты туда пойдешь позже. А сейчас, пожалуйста, возвращайся в Навадвипу, ты должен там начать движение Санкиртаны». Это полубоги напомнили Господу Чайтанье о миссии, с которой он пришел на землю. И он, хотя и печалившись, развернулся и пошел в Навадвипу. Когда он пришел в Навадвипу, все вайшнавы увидели перемену, произошедшую в нем, были очень-очень счастливы. Гордый Нимай Пандит стал смиренным вайшнавом. Теперь он уже не спорил о шастрах, он только воспевал святые имена, рассказывал о Кришне и слушал других, как они пели и рассказывали. Он был готов служить всем вайшнавам. Он собирал, стирал, гладил их одежду. Он был готов делать мне все, что угодно. Показал истинный пример настоящего вайшнава. И затем он начал собираться регулярно с вайшнавами на Олимпе, и они проводили дни и ночи, воспевая святые имена, беседуя о Кришне. Это происходило в доме Шивастакура, великого вайшнава Навадвипы. Сначала это было днем, но потом Господь Чайтанья сказал: «Друзья, зачем мы тратим столько времени на сон? Это так обидно. Давайте каждую ночь будем собираться и просто петь святые имена». И вайшнавы сказали: «Джай! Харибол! Так и надо сделать!» С тех пор никто из путников больше не спал. Каждую ночь они собирались в доме Шриваса Пандита. Это был целый год. На протяжении года они собирались там и проводили свои тайные према-киртаны. Это были удивительные киртаны. Это были киртаны для своих, для посвященных. То есть там посторонних на эти киртаны не пускали. Соседи Шривастакура по ночам собирались, завидуя возле его дверей, которых их не пускали, судачили. Они критиковали вайшнавы и говорили: «Кто эти вайшнавы? Что они там? Всю ночь воруют, наверное, от голода. Думают, что принесут поесть». Но не расходились. Может, какая-то сила притягивала к этим дверям, тоже хотелось попасть сюда, но их не пускали. Вот так на протяжении года Господь Чайтанья проводил эти киртаны. Это были прямо киртаны, это были очень глубокие, очень сладкие киртаны. Говорит, что духовный опыт этих киртанов не отличался от участия в танце расового Вриндаване. То есть участвовать в танце расового Вриндаване, петь киртаны Господь Чайтанья в доме Шривастакура, это было одно и то же. Больше всего это были одни и те же личности. Потому что спутники Господа Чайтанья Навадвипы, они все были пастушками или друзьями Кришны в Вриндаване. Пастушками в основном. Так прошел год. Через год случилось одно событие, которое эту ситуацию изменило. Пришел Адвайта Ачарья Прабху. Адвайта Ачарья, как возможно вы знаете, он был непосредственной причиной явления Господа Чайтанья. Это он все время возносил молитвы, плакал, кричал: «Господь, не зайди, помоги людям Кали-юги вывести любовь к себе». Он призвал его своими криками. Но когда Господь Чайтанья пришел, Адвайта его не узнал. То есть узнал, но не был уверен до конца, что это вот тот, кого он звал. Такова сила йога майя, такова была лила. Он подозревал, что это он, но не был уверен до конца. И он решил поверить.
Он взял с собой одного своего спутника, помощника, и из Сантипури, где был его дом, пришел в Мадрид. И там спрятался в одном доме и послал своего спутника, сказал, иди в Гуранги. Если он увидит тебя, скажет, я знаю, что Адвайта здесь, значит, следующий Господь, значит, он, я приду к нему. Если нет, ну, значит, нет. Значит, ошибка. Этот спутник так и сделал, пошел в собрание Господа Чайтанья, и едва увидел Господа Чайтанья, сказал, Адвайта здесь, а ну-ка позови его ко мне. И радостный спутник побежал к Адвайте, Адвайта, поняв, что тест успешно пройден, побежал на зов Господа Чайтанья по трубу. И увидев его, Господь Чайтанья сказал, Адвайта, ну вот, ты звал меня, я пришел. Теперь, пожалуйста, проси всего, чего пожелаешь. Я готов исполнить любое твое желание. И Адвайта Ачарья сказал, мой Господь, у меня нет таких желаний. Я вижу тебя, я абсолютно счастлив. Моя жизнь увенчалась успехом, я больше ничего не хочу. Но Господь Чайтанья сказал, нет, Адвайта, ты должен у меня что-то попросить. Как всегда Кришна, когда является, он хочет, чтобы у него что-то попросить, потому что для него это наслаждение исполнять желания преданных. Конечно, если мы чисто преданные. Хотя наше желание тоже исполняется, мы заметили, достаточно часто. И Адвайта подумал, сказал, хорошо, говорит, я себе одна просьба, пожалуйста, исполни ее. Пожалуйста, выведи движение Санкиртаны за пределы дома Шривасы Такура и распространи его по всему миру. И все люди этого мира обретут Кришна прямо, сказал он. Все люди, кроме одной категории, кроме тех, кто критикует Вайшнаву. Вот эти, сказал Адвайта Ачарья, пусть горят в аду. Обратите внимание на эту формировку, она очень важна для нас. То есть по этому благословению и по милости Господа Чайтаньи любой человек, даже без всякой предварительной квалификации, может обрести эту милость, может обрести эту прему. Если он не критикует Вайшнаву, не совершает Вайшнаву парадху. То есть злостные критики, они лишены этого. В том числе это и нас может касаться, если вдруг он совершен Вайшнаву парадху. Поэтому очень внимательно. То есть что бы ни случилось в нашей жизни, мы не должны позволять себе только одного критиковать Вайшнаву. Не наше дело критиковать. Пусть Кришна с ними разбирается, что делает не так, да? Наше дело служить им, прославлять, тогда мы будем защищены. Несудимы, несудимы будете. Помню эту фразу. Не судите. И Господь Чайтанья сказал, хорошо, да будет так. И, следуя этой просьбе Адвайта Ачарья, он вывел Санкиртану на улицу Навадвипа. И вайшнавы Навадвипа начали проводить повсюду харинамы, стучать в преданги, петь святые имена. И жители Навадвипа начали быстро присоединяться, чтобы все и так иначе не были индусами. Они. А в то время была Бенгалия под властью мусульман, она линии индусов была немножко в таком подавленном состоянии. И для них это был знак того, что все, как бы, наступило светлое время, можно снова собираться, можно снова петь наши индийские молитвы, песни. И это так стало таким очень таким массовым народным движением на Навадвипе. Вот тут мусульмане беспокоились. Чандкази, мусульманский правитель Навадвипа, судья, решил предпринять меры. Послал отряд солдат, чтобы они разбили бридангу и пригрозили вайшнаву. Если киртаны не прекратятся, все вайшнавы будут брошены в тюрьмы и обращены в мусульманство. У него высшей мерой наказания для индусов было обращение в мусульманство. Не знаю, почему мусульмане так низко ценили свою собственную религию. Считали обращение в него высшей мерой наказания. Но индусы этого боялись на самом деле. Для них это было потеря как бы, ну, всего, что у них есть самого ценного. А это, кстати, очень просто делалось. Знаете, как обращали мусульманство? Для этого мусульманства это было 3 капельки капнуть на индуса. Все, он считался мусульманином после этого. Таковы были силы этих, ну, такого обрядового мышления в индийском обществе, что это считалось потерей касты, потерей религии, и все. Человек становился мусульманином автоматически. Вот. И поэтому этого боялись. И опечаленные вайшнавы пришли к Господу Чайтанье и сказали, о Господь, солдаты разбили мридангу и пригрозили, что все мы будем в тюрьмах, будем обращены в мусульманство. Сказали, что киртаны петь нельзя. Миссионерская деятельность. Запрещено. Сказали вайшнавы. И очень важно, что ответил на это Господь Чайтанья. Он сказал, никакая сила в мире не остановит движение санкиртаны. Не бойтесь ничего. Продолжайте петь святые имена. Победа будет с вами. Потому что он говорил, я с вами. Что они смогут сделать? Я с вами. И
И мы должны это помнить, потому что препятствия будут. В любой стране, в любую эпоху будет кто-то, кто будет пытаться остановить жизнь какие-то неизбежно. Мы с этим сталкиваться. Пока золотой век не наступил, это будет происходить. Но мы должны понимать, что Господь Читание стоит за этим движением. Он будет помогать, он будет помогать. В нашей стране это было на 100 веков, но еще в советское время. Это вы знаете, это история. Все преданные, но серьезные цивильные преданные, которые были в 80-е годы, все были брошены в тюрьмы, все в больницы, намного жестче. Это могло происходить сейчас. В то время было... Все оказались в тюрьмах, а движение продолжалось расширяться. К 87-му году уже движение стало достаточно массовым. Затем началась перестройка, Советский Союз рухнул, точно вышли на свободу, продолжали проповедовать. Кто мог подумать, что Советский Союз рухнет вообще? Это была настолько прочная империя. Но за несколько лет, после того, как Шнауф начали арестовывать, все рухнуло. То есть мы не должны бояться, но мы должны, конечно, действовать разумно, мы должны, возможно, законы соблюдать, чтобы не провоцировать, скажем так, преследование. Но что мы точно не должны делать, мы не должны останавливать наши попытки проповедовать так или иначе. Святое имя должно в этом мире распространяться. Потому что желание Господа будет поддерживать. Если мы хотим, Он всегда даст нам возможность это делать. Если мы хотим эти причины, почему не можем это делать, мы их найдем, эти причины. Если мы хотим найти возможность, возможности всегда будут даны. Это нет сомнений. Итак, движение Санкт-Киртон на Валдвипе снова вышло на улицы. Мы знаем, это состоялось движение гражданского неповиновения, как Шрила его назвал. Массовое шествие в городе Чанкази. В конце его Господь Читания сам коснулся груди Чанкази и наполнил его Кришнапрагьей. После этого препятствий для этого движения в Бенгалии больше уже не было. На Валдвипе и его окрестностях. Чанкази издал указ, что ни один из его потомков не должен никогда препятствовать движению Санкиртана. Майяпури Самадхи Чанкази, он считается святым. Это мусульманский правитель. Вот. И дальше еще очень много историй. Всех сегодня рассказать не успеем. Это как раз в этот момент Дженни вышла и начала усмиряться крестной пожар повсюду по Новодвипе. Потом Господь Читание принял саньясу, ушел в Пури. И самый проповеднический период Игоря Господа Читания был именно в Пури. Это называется Мадхилила, 6 лет средних Игорь Господа Читания, когда он путешествовал по всей Индии. Живя в Пури, он путешествовал по Южной Индии, потом по Бриндавану. И вот именно в этих путешествиях он проповедовал более всего. Как он это делал? Очень просто. Мы с вами так мы не сможем, хотя хотелось бы. Он просто шел по дорогам и пел святые имена. И все, кто видели его, пораженные и привлеченные его красотой, забывали обо всем и шли за ним. Шли, шли, не зная, куда он идет. Тот был во всех своих делах, работе, обязанностях. И затем он оборачивался, обнимал кого-то из идущих за ним и говорил ему: «Пой святое имя и давай святое имя другим!» И с этим человеком что-то происходило. Его волосы на теле становились дымом, начинали течь слезы из глаз, прерывался голос, он забывал обо всем, просто бежал по дороге, пел святое имя. И тоже обнимал каждого встречного. И каждому, кого он обнимал, он говорил то же самое: «Пой святое имя и давай святое имя другим!» И с теми, кого он обнимал, происходило ровно то же самое. У них тоже прерывался голос, вставали волосы дыбом на теле, начинали течь слезы из глаз. Они тоже забывали обо всем, бежали по дороге и тоже обнимали каждого встречного и говорили ему: «Пой святое имя и давай святое имя другим». А так эта программа проопятий распространилась по всей Индии. Через несколько лет в Индии были уже миллионы людей, которые ходили с конца в конец Индии, пели святые имена. Даже в учебниках по истории Индии будет отмечается как взрыв массового народного движения бхакти. В начале 16 века, неизвестно откуда возникшие, историки не знают, откуда это возникло. Но мы знаем. Господь Читание пошел по дорогам Южной Индии. К этому периоду относятся и святой Тукарам, и Мирабая, и основатель сикхизма Гуру Нанак. Это все они вследствие этого взрыва бхакти, который Господь Читание начал в то время. Так просто убедительно проводил Господь Читание. Никакой косвенной проповеди, никакой аюрведы. Напрямую, из сердца в сердце, пой святое имя. От него это понимали. И еще один очень важный момент, касающийся путешествия Господа Читания по Южной Индии, это наставление, которое он давал грехастам, в домах которых он останавливался. Читание Чаритамриты особенно останавливается на этом моменте. В самом начале путешествия по Южной Индии
Господь Чайтанья пришел в деревню, которая называлась Курмакшетра. Там находится единственный в Индии храм Господа Курмадевы, Господа в облике черепахи. Мы тоже, Шибрах Махараджи, были в Курмакшетре однажды на сафари, видели этот храм, эту шилу огромную, которую представляет черепаху. Он уже Чарью сегодня открыл, это уже именно Курмадева. Вот. И Господь Чайтанья приходил в любой храм, какой бы ни был, храм Вишну или храм Шивы, всегда устраивал киртан, танцевал, пел святые имена. И всегда жители деревни собирались, привлеченные его красотой, пораженные, слушали его. Так случилось и в этой деревне. И среди жителей деревни был один брахман, которого так и звали, Брама Курма. И он, привлеченный Господом Чайтаньей, пригласил его к себе домой, переночевать, вкусить просада. И Господь Чайтанья принял его приглашение, и когда он вошел к нему в дом, Брахман Курма, который был очень возвышенной личностью, вознес ему таким молитвом, сказал: «О, мой Господь, сегодня моя жизнь достигла успеха. Сегодня эти самые стопы, на которые медитирует Господь Брахма и Господь Шива, сегодня эти стопы сами пришли ко мне в дом». Он предложил ему роскошный пир, он омыл его стопы своими руками, он выпил эту воду, он побрызгал этой водой, он был учеником своей семьи. И потом, ожидая предстоящую на завтра разлуку, не в силу сдержать себя, сказал: «Господь, у меня есть тебя одна просьба. Я не могу больше терпеть этих страданий в материалистической семейной жизни. Пожалуйста, позволь мне оставить все, оставить мою семью, мой дом и просто идти за тобой, куда бы ты ни пошел». Такая была просьба Брахмана Курмы. И можем с вами подумать, почему он так сказал. Ну, скорее всего, его семейная жизнь ведь не была материалистической, была вайшнавом, брахмана, вайшнавом, члены его семьи тоже были преданные. Не знаете, как в наше время, там, муж преданный, жена не преданная, там, жена преданная, муж. Да, это были вайшнавы, традиционные семьи. Наверняка все они были преданные, все они поклонялись Господу Вишну в своей жизни. Почему он захотел оставить семью? Очень просто. Представьте, к вам домой пришел Господь Чайтанья Махапрабху. Что вы чувствуете? Невероятное счастье, блаженство, любовь. Вы знаете, завтра он идет, а вы останетесь, как вы себя почувствуете. Как в глубоком темном колодце. Да? Вы говорите: «Нет, нет, что будет, только он идти за ним, куда бы он ни пошел». Вот такое были чувства, естественные чувства. Равно нельзя его за это осудить. Это было естественно. Но очень важно, что ответил ему Господь Чайтанья, это является наставлением. Он сказал: «Никогда больше не говори так». Чтобы я этого не слышал. Никому не нужно это показное отречение. А вместо этого оставайся дома, исполняй все свои обязанности и постоянно повторяй святые имена. И дальше выносит стих, который Шрила Прабхупада цитировался в лекциях, наверное, чаще всего. Яли Деха, Таликаха, Кришна Упадеш, Амара Агьяя, Гуру Хана Тара Эйдеш. Что означает: «Иди, и кого бы ты не встретил, говори ему о Кришне, передавая ему наставление Кришны из Бхагавады, Кришна Бхагавадам. Так по моему приказу стань гуру и освободи всю свою землю». И в следующий стих Господь Чайтанья добавляет: «Тогда мы никогда не будем разлучены с тобою. Больше того, я сам приду и буду жить с тобою в твоем собственном доме». Хорошее предложение, да? Сейчас скитаться по джунглям за Господом Чайтанья, принося все эти опасности, весь дискомфорт. Оставайся дома, в комфорте, с женой, детьми, хороший дом. Все удобства. Просто повторяй святые имена и проповедуй. И Господь Чайтанья сам будет жить с тобой в этом доме. То же самое, что идти за ним. Это очень важный секрет. Шрила Прабхупада особенно подчеркивает этот момент. Он в своем комментарии к этому стиху пишет: «Такова возвышенная миссия Международного общества сознания Кришны». Прямые слова Прабхупады. Миссия общества сознания Кришны. Каждому человеку, который приходит к нам, мы даем то же самое наставление, которое Господь Чайтанья дал Брахману Курме. Не нужно внешне отрекаться, бросать свои социальные обязанности, нужно делать все, что вы делаете, но нужно повторять святые имена и проповедовать прямо у себя дома. Приглашать людей, кормить их просадом, песнями святые имена, обсуждать с ними Бхагавад-гиту. Таким образом можно достичь совершенства. Шрила Прабхупада пишет, это действует в любом современном городе, в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, в Москве, в любом городе. Это действует также в наше время. И очень важно, что дальше мы читаем Чаритамрита. Там говорится дальше, что в какой бы дом во время своего путешествия по Южной Индии не приходил Господь Чайтанья Махапрабху,
Он давал обитателям этого дома то же самое наставление, которое дал Вираман Кунме. Это очень важно. Значит, это была программа Господа Читания. Это не было какое-то особое наставление какого-то особого возвышенного брата. Стань гуру. Для тебя уполномочил стать гуру, а других не уполномочил. Нет, у всех уполномочил стать гуру. Всех вайшнав, кто он встречал, семейных людей, он просил оставаться дома, повторять святые имена и стать гуру для тех, кто их окружает. Что значит гуру? Передавать духовное знание. Приглашать людей к себе в дом, кормить их просадом, петь святую, внушать Богородицу. Как это называется в наше время? Пуктивикша или Намахата. Да? То есть то, что мы с вами пытаемся делать. Это прямое следование приказа Господа Читания Махапрабху. Это наш способ, как мы можем стать гуру. Причем это касается всех мужчин, женщин, молодых, старых, опытных, не очень. Любой может так иначе передавать это знание другим людям. Это очень важный момент в проповеднической миссии Господа, потому что этим путешествием, этим самым писал миссию на будущие годы, десятилетия, даже столетия, вероятно. Это очень важно. Кого он видел проповедниками в этом движении? Грихаста. И саньяси. Саньяси тоже, но саньяси он не ожидал, что будет много. Почему? Потому что в Кали-Югу очень сложно принимать саньяса. Вообще в шастре говорится, Кали-Югу саньяса запрещена. Есть такое утверждение. То есть очень немногие могут быть саньяси в Кали-Югу. Ну, падение у саньяси бывает. Очень легко всю жизнь жить в таком полном утончении. А семейная жизнь, ну, более-менее доступна благочестивым людям в Кали-Югу. Благочестивые люди могут жить в семьях, своими женами, и вместе заниматься духовной практикой и создавать вот такие центры проповеди святого имени прямо у себя на дому, на квартирах. Вот это был план, это была программа Господа Читания на грядущие столетия, может быть, тысячелетия. Это, да, то, что мы с вами пытаемся делать в наше время, развивая Бхактивикшу на Махата. Еще несколько слов об истории, и уже заканчивать. Последующие годы после своих путешествий по Индии Господь Читания провел безвыездно в Жгадхапуре. Последние 18 лет, период антилилы, он внешне сам не проповедовал. Он был погружен в переживание экстаза любившей матери Радхарани в разлуке с Кришной. Ту самую прему, которую он хотел испытать, он испытывал, вкушал, таким образом все глубже, глубже и глубже. Но мысли о проповеди не останавливались. Кого он передал эту миссию? Господу Нитинанде, да. Какой-то момент в Живакуре он призвал его к себе и сказал, он святой человек. После того, как мы с тобой ушли из Бенгалии, кто позаботится о своих жителях, кто дал всем жителям этой страны святое имя. Пожалуйста, прошу тебя, отправляйся в Бенгалию и наполни его воспеванием святых имен. И хотя Господь Нитинанда был к нему очень привязан, а он был очень привязан к Господу Нитинанде, Господь Нитинанда радостный собрал своих спутников, звали Бхадра Шакапалы, 12 мальчиков-пастушков из Кришны, которые были спутниками Господа Нитинанды, и с ними отправился в Бенгалию. И там начал развивать рынок Намахаты, как описал Шрила Такур. Он проводил огромные харинамы, затем открывал центр Намахаты в этом месте, затем шел в другую деревню, там проводил огромные харинамы. Его харинамы целый месяц продолжались обычно, построили до вечера, вообще без сна, без перерывов на еду, на сон. Там все были погружены в океан духовной энергии, милости Господа Нитинанды. И затем, когда харинамы заканчивались, оставлял там одного из своих спутников, чтобы он в этом месте открыл Намахату и обучал жителей этого места науки сознания Кришны. Так за несколько лет вся Бенгалия покрылась Намахатами. И через несколько лет, когда Адвайта Ачарья пришел в Жгандхапуре, Господь Читания спросил меня, ну как, какие новости в Бенгалии? Адвайта Ачарья загадочно ответил, сказал, о мой Господь, рынок переполнен, все уже сделали покупки, продавать товар больше некому. Никто не понял, о чем он говорит, но Господь Читания начал улыбаться. Он понял, проповедь Господа Нитинанды достигла успеха. Все жители Бенгалии уже поют святые имена. Миссия исполнена. Вот так проповедовал Господь Нитинанда. Интересно, что после его ухода проповедовала его жена. Это очень важный пример для нас. Его жена Джанава Деви, она стала духовным учителем, она давала инициации. Ее называли Ачарьяни, она была Ачарьей, духовным лидером всех вайшнавов Бенгалии. Ее уважали Госвами Вриндаваном, все вайшнавы очень уважали ее. То есть это вот проповедь Господа Нитинанды. Проповедовали все мужчины, женщины, без каких-либо ограничений проповедь Нитинанды. Затем время пошло на спад. 17-18, начало 19 века.
движение Господа читай, начал спрашивать. В этом мире все быть. Раньше или позже уничтожается, уходит. Все хорошее заканчивается. Свет всегда в итоге гаснет. Природа материального мира. Все портится в этом мире со временем, само собой, если не поддерживать. Так, к середине 19 века Гауди Вайшнава почти не осталось. Была горстка святых, может быть, Бабаджи в Вриндаване. Были какие-то секты, аулы, баулы, всякие беки и так далее в Бенгалии, которые искажали учения, не соблюдали регулирующие принципы. Никто их серьезно не воспринимал. Вообще Гауди Вайшнава было достаточно таким презрительным термином в то время в Индии. Это попрошайки, какие-то нищие, бесполезные люди. Так считалось в образованных кругах. И тут пришел кто? Бхактисиддханта Тхакур, да, величайший вайшнав, специально посланный Господом Чайтанья с духовного мира. Гуру Шакти Сварупая. Это творение энергии Господа Чайтанья Махапрабху. И он возродил это движение практически с нуля. Он первый понял, что движение Господа Чайтанья на самом деле относится не к прошлому, а к будущему. Можно было подумать, ну да, было замечательное движение, там 300 лет назад, ну, закончилось, все заканчивается. Он понял, что это то, что было 300 лет назад, в 16 веке, это была только легкая разминка. Рекламный ролик от своего рода. Настоящее движение Господа Чайтанья относится не к Индии 16 века, а ко всему земному шару 21 века. Это было его гениальное озарение. И он сделал множество пророчеств удивительных. В своем журнале, который начал издавать в Индии, он писал, когда же придет тот долгожданный день, когда американцы и русские, англичане и немцы все вместе соберутся на месте рождения Господа Чайтанья, воспевая его святое имя, обнимаясь с бенгальскими братьями. Очень смелое пророчество, согласитесь, для 19 века, когда Бенгалия была какими-то дальними задворками Британской империи, но чего бы это ради американцы и русские, и немцы, англичане поехали туда обниматься с какими-то бенгальскими братьями, которые в то время особой цивилизации не отличались с западной точки зрения. Сейчас это происходит каждый год, теперь эти мои пургу увидите. В конце года Мандала Парикрама, то есть Парикрама собираются вместе, все обнимаются, половина бенгальцев, половина людей со всего мира, все обнимаются друг с другом, все сбылось. Васильев был первым, кто это предсказал. Он писал еще тогда такие слова, которые мне очень нравятся, он писал: «Господь Гауранга пришел в этот мир не для того, чтобы спасти горстку людей в Индии. Нет, он пришел для того, чтобы положить начало вселенской религии Хиртана, под сводами которой найдет свое прибежище все человечество». Вы помните слова? Вселенская религия Хиртана, под сводами которой найдет свое прибежище все человечество. Он сделал еще много предсказаний. Он предсказал строительство Апатумандира, этого удивительного храма на месте рождения Господа Чайтанья, который как сейчас строится. Через 4 года будет открыт в Майяпуре Апатумандир, храм ведического планетария. Он предсказал, что в будущем, это было его мнение, именно Намахата станет основным методом проповеди движения сознания Кришны, то есть такие вот программы на квартирах, доступные для людей. Это были его предсказания, которые сбываются сейчас. И затем он передал миссию своему сыну, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он передал это Шри Прабхупаде, который воплотил пророчество путем такую жизнь. Отец Шрила Прабхупада пришел в этот мир в 1896 году. Это был год, когда медитация Бхактисиддханта Тхакура на проповедь по всему миру достигла апогея. Именно в 1896 году Бхактисиддханта Тхакура сам ему не терпелось, написал книгу на английском языке и издал ее. Книга называлась «Жизнь и учение Шри Чайтанья Махапрабху». И он начал сам рассылать эту книгу бесплатно в западные университеты. Ученики Шрилы Прабхупады 100 лет спустя, в 70-е годы 20 века, нашли экземпляр этой книги в университете в Канаде, в Монреальском университете, посланный когда-то, почти 40 лет назад, Бхактисиддханта Тхакуром туда. И вот когда эта медитация достигла апогея, на землю пришел Шрила Прабхупада. Интересная история. Однажды одному преданному во сне пришел Бхактисиддханта Тхакур и сказал: «Вы не должны недооценивать Шрилу Прабхупаду. Знали бы вы, сколько мне стоило сил вытащить его из духовного мира для проповеди здесь». Сон, но сон как бы не без оснований. Сколько мне стоило сил вытащить его из духовного мира, что он здесь проповедовал. Вот. Можно много рассказывать об истории Шрилы Прабхупады, об истории Искона. Сегодня уже не успеем этого сделать. Может быть, поговорим немножко о будущем, чтобы мы с вами видели перспективу нашей жизни.
когда движение Господа Читания одержит окончательную победу. И будет ли это? И что значит окончательная победа? Есть предсказания в шастрах, их много, которые гласят, что да, Святое Имя будет знать по всему миру, придет мантру Пасака, говорится в одной из Пуран. Конечно, говорит, отвечая на... Это, знаете, в одной Пуране говорится, что в конце пребывания Кришны на земле, когда он был в Двараке, священные реки, вы с Гангой, пришли к нему и стали жаловаться. Говорит, Кришна, мы знаем, скоро уйдешь с планеты, и Кали-юга будет прогрессировать. На земле будет очень много грешников. И эти грешники будут приходить в наши берега, совершать омовение в наших водах и оставлять в наших водах все свои грехи. Мы переполнены своими грехами, нам будет очень тяжело. Поэтому мы думаем, быть лучше, что мы все просто уйдем с планеты. Да и все, сказали священные реки. Кришна сказал, нет, пожалуйста, не делайте этого. Потому что пройдет 5000 лет, и на землю придет мой мантра Упасака. Преданный, который будет поклоняться моему святому имени. Благодаря этому это движение, воспевание святого имени, сменится во всей земле. И в мире появится так много чистых вайшнавов, что они будут приходить на ваши берега, совершать омовение в ваших водах и очищать вас от всех грехов. Такие вайшнавы появятся в земле перед Кришной. Предсказания в Пуранах авторитетные. И оно сбывается сейчас. Есть другие предсказания о том, что мир станет эковарным, единым, что весь мир будет следовать религии вайшнавов и так далее. Мы можем сказать, когда точно это случится, случится ли в какой степени. Но это все несомненное указание. И Шрила Прабхупада говорил о том, что для движения Господа Чайтани в этом мире настанет малая сати-юга. 10 000 лет. Вкрапление золотого века в Кали-югу. Причем эта малая сати-юга, она очень интересная. Это не обычная сати-юга. Просто время такого благочестия, религиозности, праведности. Ачари называют эту эпоху, знаете как? Према-юга. И сати-юга, да, према-юга. Эпоха любви. Уж такое это сати-юга. Это эпоха, когда према смеется по всему миру и затопит всех. Према-юга. Это будет настолько замечательное время, что люди, может быть, даже не хотят, чтобы может, даже через 10 тысяч лет они хотят, чтобы продолжалось и дальше. Прямо на следующей сати-юге. Не знаю, как это будет. Но мы сейчас живем в начале этого времени, понимаете, что Господь Читания приходил недавно, всего 500 лет назад. У нас еще 10 тысяч лет впереди. И хотя, может думать, что движение, может быть, не так быстро распространяется, да, почему еще не все жители Екатеринбурга стали преданными, почему Бхактивикши так мало. Но мы должны понимать несколько вещей. Во-первых, кругом Кали-юга сопротивление, оно будет тоже нарастать. Эта битва между Господом Читания и Владыкой Кали, она будет только усиливаться. И Кали так легко не сдастся. Поэтому все эти атаки на ИСКОН, которые периодически происходят, все эти, там, эти сплетни в интернете и так далее, это все проявление Кали, того, как он пытается движение остановить любым способом. Так бы, мы должны это понимать. Мы будем наивными в этом плане. Потому что Кали будет действовать, легко сдаваться не будет. Почему? Неинтересно же. Видите, когда нет битвы, Господу неинтересно. Помните, когда Нисимхадев сражался с Хираньей Кашипом? Сколько длилась битва? По-моему, 18 дней. Не то, что пришел, разорвал, как бы и все дело с концом. Была серьезная битва. Нисимхадев был силен, Хираньей Кашип был очень могущественным. Иногда Нисимхадев брал верх, иногда Хираньей Кашип брал верх. Была серьезная битва. Битва на Курукшетре, хотя Кришна защищал Пандов, она тоже длилась 18 дней. И иногда там были разные моменты, в это видно казалось, что плюс Панду потерпел поражение. Вот так и история ИСКОН стоит из этого. Иногда ИСКОН начинает одерживать победу, иногда он терпит какие-то поражения. Это нормально. Мы не должны этого бояться. Когда мы что-то делаем, когда мы там открываем Бхактивикши, Намахата, храм, пытаемся сделать какую-то проповедь, иногда что-то не получается. Понимаешь, это нормально, это входит в подарочный комплект, который мы провели, да? Наше отношение с Господом. Это то, что доставляет ему наслаждение. Когда преданные ради него идут на трудности, решения, готовы сражаться, не сдаваться. Помните историю, как Шрила Прабхупада сражался за храм в Бомбее? Написано в Прабхупаде Лиламрите. Он купил эту землю на окраине Бомбея у мистера Найера, оказался великим мошенником, но кроме этого у него большие связи, он был на природе, был бывшим шерифом Бомбея. Он так обманывал людей, продавая где-то, выбирая обратно деньги, не возвращая. Нечего, да, спасибо. Эта битва заняла несколько лет. Она преданная уже теперь не поражение. Подкупленные мистером Найером адвокаты посоветовали им отказаться от земли. И наивные американские ученики Прабхупады пошли на эту уловку, отказались. Прабхупада сказал, нет, мы не отказались от земли, вернулся к Бомбее.
продолжил эту битву. В конце концов, мистер Найл умер от сердечного приступа. Рупатом сказал, говорит, Марин Космос, если подлево, чтобы он его убрал. В виде случая, когда Рупата прибег к такому средству. И в конце концов, когда вдова мистера Найя пришла, подписала все документы, все было решено окончательно, Прабхупада, удовлетворенный, сказал, хорошая была битва, хорошая была битва. Прабхупада был доволен тем, что битва была серьезной. А также Кришна, Господь Чайтанья, он рад, когда битва серьезная. Когда, если бы у преданных все получалось бы слишком легко в этом мире, в чем была бы наша любовь? Как мы проявили бы наши бхакти? Наша бхакти проявляется в трудностях. Когда у нас не получается, снова не получается. Кто мелко получается, но снова не получается. Вся история с Конзатл стоит. Я уже 30 лет, в прошлом году отпраздновал 30 лет своего пребывания в этом движении. За эти 30 лет я еще только не видел, знаете, подъемы, спады, кризисы, поражения, победы яркие. И это будет продолжаться. Мы должны быть готовы к этому. Это увлекательная битва на самом деле. Как иногда сказал Ринцрук Прабу, один из учеников Шрилы Прабхупады, очень такой разумный, настроенный человек, он рассказал, за мои 40 лет пребывания в ИСКОН иногда мне было очень хорошо, иногда мне было очень плохо, но никогда мне не было скучно. Вот если мы с вами будем оставаться в ИСКОН, будем пытаться что-то сделать здесь для этого движения, скучно точно не будет. Но больше того, это будет жизнь, знаете, максимально осмысленная. Ну, может быть, не будет простой с материальной точки зрения, но она будет максимально имеющий смысл, приносящий сердцу удовлетворение, если мы что-то делаем. Просто сидим на трибунах и ждем, кто победит, посмотрим, так эти возьмут или эти возьмут. Если эти победят, я к ним присоединюсь, если эти, я к этим присоединюсь. Так мы не получим этого счастья от битвы. Мы должны выбрать свою сторону и сражаться честно. Если мы это будем делать, будем чувствовать в сердце глубокое удовлетворение, я вам могу пообещать. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь, вступайте в эту битву. Открывайте бхакти-викши, намахаты, приводите харинамы, распространяйте книги, и победа придет. Мы не знаем, как это случится, как скоро, сколько будет вайшнава в этом мире. Прабхупада говорил несколько раз, что если в этом мире будет хотя бы 1% вайшнава, уже наступит золотой век. Можно, не можем, даже все будут вайшнавами, люди как бы разные, разные желания. Но 1% вайшнава уже изменит все общество, просто своим фактом наличия общества. Это мы видим, что вайшнавы меняют общество вокруг. Хотя бы 1% достаточно реалистичная цель, по крайней мере, для нашей страны. Давайте думать об этом, давайте медитировать, давайте молиться, давайте что-то делать для этого. И в заключение приведу один замечательный стих. Я его встретил впервые в дневнике Индрадивна Свая Махараджа, в дневнике Старосвящего Проповедника. Это стих Намальвара, одного первого из знаменитых альваров, святых поэтов Южной Индии. Он жил примерно 5000 лет назад. И вот он написал такой стих, это было, видимо, какое-то его откровение, озарение. Может, как он еще мог это увидеть. Хотите послушать, что он написал? Удивительный стих. Как раз про День Победы. Послушайте. Стих звучит так. Победа, победа, победа. Что за чудо вижу я? Кали-юга остановлена. Никто больше не грешит. Ямараш остался без работы. И все это потому, что повсюду в мире, танцуя, играя на музыкальных инструментах, преданные Господу Вишну, поют Его святые имена. Вот эта картина, которая открылась в медитации, видимо, на Мальвару, должна вдохновлять нас. Это смысл нашей жизни. Смысл нашего пребывания в этом мире, как вайшнавов, чтобы танцуя, воспевая святые имена, приближали эту победу. Когда страдания людей прекратятся, когда кали-юга будет остановлена, когда никто больше не будет виноват, это есть золотой век. Вот, поэтому давайте посвящать этому свою жизнь, давайте трудиться ради этого. Это будет весело, это будет радостно, это будет достойно. Мы будем видеть, как движение будет расти. Иногда оно кажется, движение стоит, кажется, что оно падает. Но смотрите, я был в Екатеринбурге, первый раз в 90-м году, в было всего 5 вайшнавов. В Челябинске была одна приятная 90-й год, когда я приехал в первый раз. Если посмотреть, какие 25-28 лет, существенный прогресс. Понятно, многие приходили, многие уходили, не все остались, но... А да, не так, кстати, может быть, даже не все остались, но даже все, кто приходили, все равно ведь они совершали какой-то прогресс. И рассматривать ИСКОН как лифт,
Вот не все в этом лифте едут до верхнего этажа, а уже выходит на остановках. Заехал, на 5 этажей поднялся, пошел дальше погулять, ему рано поехать дальше. Нужно на 5 этажей поднялся, да? И все люди приходили за эти 30 лет в России, в Исконцево, из них изменили свою жизнь, избавили других привычек, совершили какой-то духовный прогресс, пусть даже не дойдя до конца этого пути. Тысячи, десятки, тысячи, сотни тысяч людей может быть. Огромное благо. Поэтому никогда нет потери в том, что делают вайшнавы. Если мы кому-то рассказали, что так вот растили просаду, как будто мы могли, кого-то поддержали, кто-то услышал святое имя, это же все упадает на вечный счет этих душ. Любая душа, которая услышала святое имя, которая вкусила просад, которая поддержала как книги Шилопрабхады, прочитала один стих, уже пропагандирует, судьба изменится этих душ. В этой жизни или в следующей, через одну жизнь, но они станут преданными и пойдут по этому пути. Поэтому потерь нет. Все это приносит великое благо. Давайте делать это, давайте участвовать в этом движении, давайте продолжать. Шилопрабхада ки! Джай! Санкиртана Ягья ки! Джай! Шри Гауранга Махапрабху ки! Джай! Гаура Премананде! Джай! Давайте. У меня такой вопрос, но не все же, ну как сказать, ну, движение вайшнавское, да, оно не все может прийтись по вкусу. Есть люди, которые в других религиях достигают очень, ну, ту же прему получают, но в другом вкусе. Что вы по этому поводу скажете? Ну, очень хорошо. Нет, имеется в виду, что нам же не обязательно вот прямо... То есть мы, понятно, мы говорим о Кришне, мы проповедуем святое имя, но, наверное, задача же основная именно о Боге напомнить, в том, чтобы человек просто молился, воспевался, это именно да? в том... Шрила Прабхупада именно так и говорил. Не конечно, что цель всех делать кришнаитами. Конечно, что цель делать знание о Боге. Видишь, что я не приехал, чтобы принести в этот мир еще одну религию, еще один культ. Я приехал принести научное знание о Боге, принести практику воспевания святого имени. И когда люди приходили к нему, если это были христиане, он говорил, отлично, повторяйте те молитвы, которые приняты в вашем движении, повторяйте имена Аллаха или имена Христа, если вам это нравится. То говорит, только не убивайте коров, не грешите. Не грешите и повторяйте то имя Бога, которое знаете. А если не знаете никого, возьмите у меня. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Когда вообще христиане стали лучшими христианами, что мусульмане стали лучшими мусульманами. Когда мы так видим нашу миссию, то мы не будем практиковать ни с кем, не будем ходить к нам противоречия. И люди будут легче нас понимать. Еще какие-то вопросы? Да, сейчас переходим к программе Шикша. Подписали дипломы? Я скажу не сколько, кто человек из вас захочет меня, теперь кто не знал об этом. Церемония Шикша – это важный элемент программы Бхакти Микша. Это такое постепенное, поступенчатое развитие преданных, начинающих преданных в движении. И не уходить, сейчас важно будет, чтобы все дали свои благословения. То есть церемония Шикша – такое семейное событие, да, для общины, для преданных, из разных групп. Потому что это начинающие преданные дают первые, может быть, обеты или очевидные обеты своего следования духовной практики вайшнавов. Когда-то за летом движения на Западе и в России в 90-е годы не было этой идеи постепенных обетов, все преданные повторяли 16 кругов, собирали 4 принципа. Кто не повторял 16 кругов, не повторял 4 принципа, считался в мае. Ну это все же преданные были промочали, жили в храмах, другой идеи просто не было. Если ты преданный, значит ты повторяешь 16 кругов, собираешь принципы, живешь в храме, занимаешься санкхиртой. Если ты не делаешь, значит ты в мае. Но это хорошо, конечно, это круто, но так в движении никогда не будет много людей, да, это будет вся какая-то ограниченная небольшая группа энтузиастов. А вайшнавы, ведущие вайшнавы, видели, что это становится более массовым. Поэтому Шрила Джапатака Махарадж, министр развития вайшнавской общины СКОН, предложил эту программу Шикша для постепенного прогресса начинающих преданных, живущих за пределами храма, по ступенчикам. Это легче. Понимаете, когда вот мы идем, представьте, идете по улице, видите, такая ступенька полтора метра высотой. Вам нужно ее запрыгнуть сразу же. Вы, скорее всего, не сможете. Вы не спортсмен. На полтора метра вы сразу не подпрыгнете. А если полтора метра разбить на 5 ступенчек по 30 сантиметров, раз, два, три, четыре, пять, вы легко сможете подняться. Это вот программа Шикша. 16 кругов сложно, давайте один, потом 4, потом 8, потом 12, потом 16. 4 принципа кажется невероятным, начните с одного, потом 2, потом 3, потом 3,5, потом 3,75, да, потом 4, в конце концов. Постепенно. Так легче. И что очень важно, что поэтому эти люди, которые не следуют этому мушему, стандарту 16+4, они все понимают, что они приняты в обществе вайшнавов. Что происходит, когда вы все должны читать 16 кругов, 4 принципа,
мы этим каких-то людей сразу чувствуем себя неудачниками. Все говорят, не платят, ну, не вайшнав. И они, скорее всего, уйдут. Потому что психологически никакой человек не может оставаться долго в обществе, он считается неудачником, где человек второго сорта. Он пойдет туда, где он первого сорта. Христианство, знаете, даже один определяющий принцип по нынешнему понятию, это очень неплохо. Вегетарианец, он считается практически святым в христианстве. Если он там повторяет именно Бога, там, не знаю, 10 минут в день, он уже как святой. А тут это начинающий бак. Солдаты более высокие, но мы не хотим никого отвергнуть, кто пришел сюда. Он говорит, да, ты ваш нам, просто умеешь шадаван, один круг в день. Неплохо. 10 минут в день именно Бога повторяет на четках. Отлично, очень хорошо. Вегетарианство, конечно, целка. Отлично, очень хорошо. Это великое достижение. Вот так, если мы возьмем позитивно, будем намного легче понимать это движение и постепенно, шаг за шагом, продвигаться к этому стандарту Шрилы Прабхупады, 16 логических принципов, к принятию духовного учителя. Это поэтому важная церемония, и все обучение бхакти-викши построено на прохождении этих этапов. Поэтому все, сколько у нас человек, принявших советы? Три или больше? Раз, два, три. Ну, давайте вот дипломы, если подписаны, давайте их сюда. Вот, и я вам скажу одну вещь важную. То есть это должно проходить да, в обществе вайшнава, потом быть какой-то слёд бхакти-викши или там собрание все ятры, чтобы преданные чувствовали, что их благословляют, что их принимают. В этом принятии обетов самое важное – это именно благословение. Люди могут надо бояться принимать обет, но не бойтесь, это просто благословение. Получите благословение, вам легче будет следовать. Мы не должны бояться раскрывать свою духовную практику перед вайшнавами, которые желают нам блага. Для нас это будет приятно учить их поддержку. Но сейчас, когда наши преды будут выходить и произносить свои обеты, какой уровень они принимают, каким принципам они будут следовать, сколько кругов они будут повторять, пожалуйста, от всего сердца давайте им ваше благословение. Громкими криками хрибом, как говорят на музыкальных инструментах, такой шум обычно возникает, очень трансцендентный. Вот. И этот шум, он обладает очень большой энергией. Должны мы с вами помнить, что благословение вайшнава обладает очень большой силой. И это очень хорошая культура для вайшнавской общины, просить благословения на любые духовные подвиги. Поэтому так важно участие всех вас. Сейчас, пожалуйста, не расходитесь. Мы дадим благословение всем желающим, и потом перейдем уже к пиру. Я с вами расстанусь, может быть, на полгода. Через полгода, надеюсь, приехать, увидеть уже больше бхакти-викш. Есть очередной расцвет Эксимбургской ятры. Очень на это надеюсь. Вот, пожалуйста, можно начинать церемонию. Я буду вызывать преданных. Я не буду выходить. Здесь свои обеты, будем их благословлять. Хари Кришна. Так. Вадим Потапов. Пожалуйста. Слушай микрофон. Можете представить, назвать вашу бхакти-викшу, если вы из бхакти-викши. Не бойтесь. Хари Кришна. Хари Кришна. Я с бхакти-викши Йоги Нарасимхи Прабху. Джай. И Матаджи. Нитилакши. В Америке Матаджи называют Прабху, это как особое уважение Матаджи. Называют Прабху тоже. Дорогие преданные, дорогой Шрила Прабхупада, дорогие Нитай Гауранга, я даю обеты не есть мясо, рыбу, яйца, Джей. Не принимать интоксикации, включая чай и кофе, не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. Также я даю обет читать 16 кругов Махамантры каждый день. Арива! 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 Видите, очень серьезный обет. С такими обетами можно бхакти-викшу открывать следующим этапом. Пожалуйста, Вадим. Поздравляем вас. Арива! Следующий, пожалуйста. Читаем. На сцену приглашается Юлия. Без фамилии, просто Юлия. Пожалуйста, Матаджи Юлия, представьтесь, из какой вы группы, и назовите ваши обеты. Хари Кришна, дорогие преданные. Я с группы Бхактиврикши и Шананда Рупы Прабху и Матаджи Ларисы. Так, перед Господом, перед Шрилой Прабхупадой, перед всеми преданными я даю следующие обеты. Соблюдать принцип вегетарианства,
не употреблять интоксикации, не вступать в незаконные половые отношения и не участвовать в азартных играх и махинациях, денежных махинациях. Также я обязуюсь каждый день повторять на четках минимум 16 кругов Хари Кришна Махамантры, а также минимум 2 дополнительных круга за мою маму, чтобы она стала преданной. Вот. И также прошу благословений на внимательное повторение Хари Кришна Махамантры. Харибо! 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 Вот это же Юля, наше поздравление, ваш диплом. Если у вас все получится, следовать этому напряжению всей жизни. Когда мы эти обеты принимаем в юности, то потом еще будут иногда разные события в нашей жизни, которые будут нас испытывать. То есть нам хватит решимости следовать всю жизнь. Эта жизнь будет очень успешной. Ольга Вамиулина? Да. Ольга Вамиулина, пожалуйста. Ваши обеты? Группу сначала назовите. Это все еще будет? Команда Тринити Лакши и Йога Нрисимхи Прабху. Дорогой Господь, дорогой Шрила Прабхупада, дорогие преданные, я принимаю на себя обет соблюдать 4 регулирующих принципа, не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, не участвовать в азартных играх и не вступать в незаконные половые отношения. Также я беру на себя обет ежедневно на четках повторять 8 кругов Махамантры. Харибо! 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 Вот это же Ольга, поздравляем вас, вот ваш диплом. Растет семья вайшнавов, скажем, таким обетом, мы чувствуем, что еще одна душа. И это такой вызов Кали, да, смотрите, то есть в Кали-юге такие обеты, это вообще это очень смело. Вся культура Кали-юги, она основана нарушением этих обетов. Если мы эти обеты принимаем, то это очень сильный вызов. Все ли еще есть? Пока все, то есть если хочет, почему без диплома сейчас принять какие-то обеты или какие-то благословения получить. А вообще должно быть регулярно, то есть культура бхакти-викши, она это подразумевает, пожалуйста, все, кто в бхакти-викши участвует, помните. Хорошо раз в месяц, раз в 2 месяца такие программы проводить сборные и там обеты вручать, чтобы все, те, кто один круг начал, еще 4 круга, понимали эти обетики, да, и потихонечку двигали шаг за шагом вперед. Мы сегодня сделаем, чтобы эту культуру возродить. Пожалуйста, хотите что-то принять? Выходите. Пожалуйста, рады слышать вас. Ладно, простите, 11 лет назад это произошло со мной. Неожиданно совершенно я приехала в Омск, потому что некоторые преданные ехали на йогу, как она есть. По сути, я преподавала йогу. Мы поехали в Омск, под Омск, к Вальмике. Я тогда его не очень знала. Мне сказали, ну что-то есть такой преданный, замечательный. И мы приехали туда со всей России люди заниматься йогой, как она есть, преподаватели йоги. И мы почему-то жили, за городом, была зима. 5 дней, это была как огромная жизнь, потому что надо было вставать в 4-6 человек в комнате, надо было пить, омыться, потом почему-то что-то пить. Большие йога. Глаза Джаганат, каких-то божеств смотрели на нас. Потом мы занимались какой-то йогой, повторение, потом, в общем, было странно. Хотя я уже повторяла Хари Кришна Махамантру, но для меня этот режим был вообще какой-то на уровне... запредельное. И вдруг нам говорят о том, что там в конце была йога, в том числе и Патанджали мы читали, йогой занимались, Шримад Бхагаватам он давал. В общем, он с нами был целый день, вечером он спрашивал, как Кришна появился в вашей жизни. Потом он сказал, может быть, кто-то есть из тех, кто хочет получить вот такие дипломы и встать на пост преданного служения и благословения вайшнава получить, совершенно не понимая, что это такое. До конца, наверное. Я от жадности подумала, что-то там Господь мне сказал в сердце, давай. И это было настолько торжественно, что когда моя очередь подошла повторять свои обеты... Многие тогда приняли обеты?
Может быть, человек нас 6 было. Может быть, вот, ну, на меня тоже надели гирлянду. И когда я начала повторять, я поняла, что я повторять не могу. У меня вот, вот такое состояние, может быть, это, ну, имитация экстатичного состояния, но я вот сейчас ребята повторяли, и у меня самскара такая глубокая вернулась. Я вспомнила, как я повторяла все это. И я приехала с дипломом домой. Я ему сказала, ты что, с ума сошла, что ли? Ну, смотрите, прошло 10 лет. У меня повторяют в семье все Хари Кришна Махамат. Мама, дочь, супруг, который думал, что я сошла с ума. Он повторяет 17 кругов уже 4 года. Вот так я поняла, что такое благословение вайшнава. И что такое дать обет. И пришел учитель. Спасибо, Чисто. Теперь матушку Сундари сама преподает йогу, раздает Хари Кришна мантру, которая занимается йогой. Хорошо, кто-то хочет получить благословение на открытие Бхактивриксы из присутствующих. Кто, может быть, в ближайшие там, несколько месяцев или полгода хотел бы свою группу Бхактивриксы открыть? Есть такие смелые души? Кто хочет, я гирлянду подарю. Сразу говорю. Хотите открыть Бхактивриксы? Идите сюда. Расскажите нам подробнее. Расскажите, пожалуйста. Расскажите, что вы хотите, с кем, где, когда. У меня есть желание вообще приглашать преданных домой. Ну, либо в формате Бхактивриксы, либо в формате Намахаты. Вот, это моя мечта уже давно. И поэтому я бы хотела бы... Ну что ж, раз я обещала, вы первые вызвались. Гирлянда ваша, подходите сюда. Первый журнал «Золотой век», вот здесь последний номер, у вас его еще не было. Номер посвящен могуществу звука, он подводит людей к воспеванию Кришна Махамантры. Его на хренамах, на программах периодически можно распространять. Предыдущий номер на тему реинкарнации, очень такой доступный, убедительный, с историями, подтверждающими факты реинкарнации. Учебник «Вечный ответ» — очень хороший учебник для введения, подвода людей к сознанию Кришны. То есть это такое очень популярное введение ведической философии. На основе этого учебника можно вести Бхактивриксы уровня. Поведенческие программы. Затем книги по Бхактивриксе классические. Это руководство по ведению Бхактивриксе для Бхактивриксе для сектора. Еще одна книга Джайана Гопала Прабхупады, описывающая будущий триумф движения Господа Чайтани за счет развития вайшнавских общин в каждом доме, в каждом подъезде. Учебник, изначальный учебник по Бхактивриксе для Трипакси, 90-е годы еще изданный, это классика. Библия Бхактивриксе. Можно сказать, семинары мои по Бхактивриксе, Бхактивриксе Силатого поколения. Еще некоторые другие книги можно брать за небольшие пожертвования. Кто хочет, подходите. Вот, а я буду вас сейчас кормить печенюшками. Спасибо большое, что вы пришли сегодня. Я вам очень благодарен за это. Вот, мы вам неплохо провели время. Сегодня вечером я уезжаю в Казань. И надеюсь, могу через полгода приехать, встретиться с вами снова и увидеть тут новый расцвет движения Бхактивриксы на Махатхи в Сингапуре. Ариво! 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 Что, Прабхупада? Джай! Джай! Джай!